Наушники в ушах и гаджеты в руках. Таких пешеходов водители называют королями дорог. Они ничего не слышат и не обращают внимания на окружающий мир. Бороться с ними намерены депутаты Госдумы. Народные избранники предложили штрафовать пересекающих проезжую часть пешеходов, которые в этот момент слушают музыку или разговаривают по телефону. За это да, согласен. За это можно брать штраф, потому что иногда даже не досигналишь до человека. Человек просто тебя не слышит и не видит. Нет, я против этого. Почему? Потому что я сама так делаю. Да и тех, кто перебегает дорогу в неположенном месте или проходит на запрещающий сигнал, депутаты предлагают наказывать в 6 раз строже. Штраф может увеличиться с 500 рублей до 3000. Потому что обычно по закону у нас водитель всегда виноват, а пешеход всегда прав, а тут все-таки как-то будет... Наверное, уравнивается. Пенсионерка Валентина Дмитриевна инициативу «Слуг народа» не поддерживает. Может быть, потому что сама перешла дорогу в неположенном месте. Женщина уверяет, сделала это впервые в жизни. Сегодня пришла, только в поликлинику прошла. Никогда я не проходила. Вам не страшно было, когда переходили? Да я посмотрела, и не там машин нет, не там нет машин. Главная проблема, уверяют местные полицейские, на пешеходов трудно найти управу, даже на тех, кто спровоцировал ДТП. Только в этом году по вине пешеходов произошло 83 аварии. Последнее крупное происшествие пару месяцев назад. На улице Московской мужчина выбежал на красный сигнал светофора. Водителю автобуса пришлось направить машину в стену. Тогда пострадало 5 человек. Виновника до сих пор не нашли. Роман Гальперин, Александр Кравченко, новости «Телеобъектив».